Примите участие в проекте программы «Национальное измерение. Все свои». Хотите, чтобы о вашей семье и традициях вашего народа узнала вся Свердловская область? Оставляйте заявку на официальном сайте ОТВ или присылайте на электронную почту редакции измерения@облтв.ру. Лучшие истории обязательно попадут в эфир областного телевидения. Здравствуйте, в эфире 9.5. Суперновости телевизионного агентства «Урала», в студии Никита Черемец. Сегодня в программе. На юго-западе Екатеринбурга было обнаружено тело 9-летнего мальчика. По сообщению достоверного источника в силовых структурах, перед смертью ребенка били плеткой и сунули ему кляп в рот, отчего мальчик и умер. Его закопали в лесопарке. Матушка вернулась на родину в Белоруссию, созналась в содеянном сестрице своей. Сегодня утром на Ботанике под трамвай 4-го маршрута угодила десятка, которая пошла на обгон по трамвайным рельсам. Парень, сидевший за рулем легковушки, в коме. Накануне на Ботанике гражданин, спешивший невесть куда, не глядя шагнул на рельсы, налетел на трамвай и головой разбил лобовое стекло. В лесной глуши таборами браконьер, преследуемый егерями, скрылся в охотничьем домике. И когда преследователи настигли его, одного он убил из ружья. Карас пырнул егеря ножом. Накануне вечером на Рептинском водохранилище на отколовшейся льдине унесло двух рыбаков. Попутный ветер прибил льдину к берегу, а рыбаки оказались 14-летними пареньками. Пятикласснице Василисе из Дегтярска тоже повезло. Ее из ледяной полыньи вытащил восьмиклассник Дима. Накануне в Москве юному уральскому герою сам глава Следственного комитета руку пожал и медаль вручил. Ну а теперь обо всем этом и многом другом в нашей программе подробнее и детальнее.